нашел в Майнкрафте очень много новых круглых ям! Привет! Я повар-обезьяна! Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды! 1, 2... Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбак. Сегодня мы посмотрим на новые круглые ямы в Майнкрафте. И вы только посмотрите, сколько здесь много разных крутых новых круглых ям. Я нашел для вас абсолютно все новые ямы. Смотрите, какие персонажи, я думаю, вы вообще всех знаете, нет? Здесь у нас Влад А4, Майки, это друг Мейзена, это у нас белая точка. Крутяк, ух ты, злой миньон, смелый енотик, что с тобой стало, тебе надо помочь. Ребята, вот такие вот круглые ямы сегодня посмотрим. Это желтый из радужных друзей, Лунтик, Солнце, Аниматроник и синий тоже из радужных друзей. Ну что, все, начинаем, друзья, пишите в комментариях, кого бы из них вы выбрали. И не забудьте тыкнуть лайк и подписаться. А мы пойдем, давайте с первым начнем. Первую яму вот, к сыну енотику, ему срочно нужна наша помощь, он, кажется, заболел. Ну что ж, прыгаем, друзья! Так, ребят, где мой сыну енотик, где... О, смотрите, ребята, с ним что-то случилось, ему нужна наша помощь! Здравствуйте, Зомбак, ты врачом стал, что ли? Так это же я, Зомбак! А, да, привет! Да я твоя копия, только я, да, стал врачом! Слушай, енотику нужна наша помощь. Ему надо очень много денег на операцию. Какую операцию? Каких денег? Нет у меня денег. А, есть. А сколько надо? Ну, там всего лишь-то 10 тысяч долларов. Ну, у меня столько нету. Блин, у меня только 64 доллара. Ну, ты, конечно, бомж. Ладно, давай сюда. На, держи. Помоги, пожалуйста, енотику. Ну, остальное надо поставить лайками. Ребята, давайте наберем лайков очень-очень много, потому что надо на операцию 10 тысяч долларов. Давайте 10 тысяч лайков наберем. Это я знаю, вы сможете, вы у меня большие молодцы. Спасем моего сына енотика, смотрите. Кажется, что-то он... А что вообще с ним стало? Да он отравился, какую-то бяку съел на улице в песочнице. Ах, блин, сынули, говорил же ему всякую ерунду не есть. Ладно, сейчас мы ему поможем. Так, все, лайки поставили, что надо делать? Да вон, на окошке посмотри. Ага, вот этой штукой что ли? Так, берем, ага, и чё? Окей, я его взял, куда дальше? Закидывай в преобразователь. Так, закидываем, так, отлично, и чё дальше? А теперь жди. Куда ждать? Так. О, смотрите, преобразовалась. Так. О, сынуля? Папа! Пап, привет! О, сынуля, ура! Спасибо большое! Блин, доктор, вы самый лучший! Не зря! Спасибо вам за лайки, друзья! Мы спасли сынулю! Крутяк, сына, пойдешь со мной мутузить монстров? Да, круто! Пошли! Пошли со мной! Будем мочить монстров! Опа! На! Стоп, подожди, ты. Он же из другой ямы! Да, кстати, они на меня тоже нападали. Ну ладно, пойдем их мутузить. Ребят, сейчас мы справимся со всеми этими монстрёгами. Так, сынулечка, погнали, еще мы тут всех размутузить монстриков. И опа, напап, длинные ноги, домоголовый, мандлинные ноги. Ё-моё, что тут происходит вообще? Здрасте. А я пришел, чтобы вас их уничтожить. Опа! Что, Тучка? Ребята, подождите-ка, тут реально все персонажи, что ли? Здорово, Тучка! Да, привет! Давай мы тебя тоже спасем. Так, вытащим отсюда, и нам надо добраться как-то до сундучка. Так, в котором пшеница. Зачем мне пшеница, я не понимаю. Ну ладно. О, здесь еще один сундучок. Сынуля, ты тут поосторожней, знаешь, тут лава как бы. Так, один изумруд я получил, знаешь, это крутяк. А, ты там по шипам бегаешь. Сынуля, давай мы вот здесь расчистим путь, и ты постоишь у выхода. Так, давай, отлично. Сына, айда сюда. Вот здесь постой, хорошо. Ой, я его поймал. Я его чем-то поймал, ребят. Вот, отлично. Сына, стой здесь, ладно? Я сейчас тебе тучку поставлю. О, можете подружиться. А я пока что поставлю первый изумруд. Тут написано, найди 4 изумруда. Кстати, тут была кирка, мы могли ей просто раскапывать все эти шипы. Отлично, давайте попробуем. Так, отлично. Привет, Влад А4!
О, здорово, здорово! Я тебя тоже сейчас отсюда как-нибудь вытащу. Не обещаю, но постараюсь. Так, давайте Влада 4 спасаем и забираем отсюда изумрудик. Отлично, друзья! Нам нужны еще 2 изумруда, и чтобы мы прошли это испытание. Папу длинные ноги мы победили. Нам нужно зайти сюда. Аккуратно проходим. Опа, миньон. Здорово, миньончик. Так, опана, сюда-сюда. Миньончик, пошли со мной. И здесь у меня изумруд. Хорошо. Проходим. И последнее. Опа, Майки, друзья, надо его тоже спасти. Майки, здорово, я тебя тоже вытащу. Да, погнали со мной, забираем, проходим, проходим. Да блин, какие долгие пути испытания, чтобы просто забрать изумрудик. Так, отлично, друзья, мы хорошо справились. Так, во, сынуля, я тебе поставлю здесь еще Влада 4. Смотри, кто у меня тут еще. Майки, миньончик, столько ребятчик. Так, и нужно поставить изумруды, смотрите. Раз, два, три, все, 4 изумруда найдены. Ух, сколько тут мы всех спасли, крутяк. Возвращаемся обратно. Отлично, возвращаемся обратно. Помогли мы, помогли. Кстати, я сейчас заметил, что мы нашли вот этих персонажей, да, вот справа после нее. Надо было, наверное, с первой начинать, тогда бы сразу всех встретили. Но мы их не встретили, а это значит, что мы сейчас пойдем к ним. Итак, пойдем в первую яму, это синий радужный. Давайте, погнали. Так, ребятки, ребяточки, здорово, розовый, а вот и синий, вот он, ребята, здесь много радужных друзей, все они, да, на, розовый, поплавай в лаве, так, отлично, бэм, опа, мне дали гранаты, смотрите, прицеливаемся, бросаем, бабах, ха, крутяк, ребят, только надо быть осторожней с этой штукой, это все-таки не игрушки, так, на тебе, получай, получай, желтый. Надо быть осторожней. Прыгаем сюда. Красный, давай, отправляйся тоже в лаву. Нам осталось пройти только паркурчик. Это довольно-таки простое дело. Мы тут... А! Падаем в лаву. Я нашел какую-то супер броню. Ну-ка, давайте натянем на себя. Опа, так, и опа. Я, ребята, вообще супер экипирован и все равно горю. Стоп, я не горю, что? Я не горю в этой броне, ребята. Я прямо могу в лаве плавать. То есть у меня как бы есть анимация горения, но я вообще урон не получаю. Та-та-та-та! Я могу здесь прям плавать бесконечно. Крутяк, это супер броня какая-то. Так, ладно, погнали дальше, друзья. Хватит в лаве плавать. Что у нас здесь? Ух ты, это прям дикий ковбой какие-то. Прикольные заборчики. Так, ладно, друзья, здесь у нас солнце-аниматроник. Здорово, солнце! Привет, я пришел, чтобы тебя уничтожить. Да, ребят, все-таки... Все, наверное, персонажи сегодня будут объединены. Так, на тебе, получай, давай, ух ты. Ух ты, что я открыл, какой режим. Хаги-ваги, здравствуйте. Лунтик, 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 надо к нему подойти. Да хватит гореть. Все, я все еще горю, все отлично. Так, Лунтик, привет. Ну, да, привет. А ты меня не достанешь из того сундука, мое сокровище. Да какое сокровище, давай посмотрим. Так, ух ты, сколько алмазов. Да-да-да, я половину себе забрал. А-ха-ха, хочешь меня поймать, да? Давай-давай-давай, попробуй. Че, лаву боишься, да? А я не боюсь. На тебе, желтый, получай. Отлично. На, дружище, вот, все твои алмазы забирай. Так, я могу шлем снять, чтобы вы мое лицо видели. Я слишком быстрый, мне это не нравится, я так могу в лаву упасть. Так, здорово-здорово, мать об молнии, получай. Слушайте, я какой-то повелитель грома. Бабах! Птыщ, птыщ, птыщ! Мы прям вообще очень сильные. Мы крутые. Опа, на сколько тут Соников и Шадоу? О, Балди, здорово! Ням-ням-ням! Да, ага, конечно, Балди-то у нас злой. Ладно, на тебе. Так, проходим сюда. Килли-Вилли. Килли-Виллич, приветик! Ребяточки, довольно неплохо мы тут проходим испытания. Мне очень даже нравится. Я думаю, что мы возьмем вот эти пушечки и сейчас поднимемся на самый верх. Так, отлично. Соника победили. Возьмем пулемет. Вот так вот. Нати, Шредоу. Отлично. Ай, блин, упал в самый низ, ребята. С самого начала начинать. Ладно. Сейчас буду осторожнее, хотел сказать, и чуть не упал. Так. Смотрите, у меня хорошо получается, друзья. Опа! Не буду каркать, конечно, потому что я, как обычно, упаду в самый низ. Как всегда. Так, пожалуйста, нет. Фух! Друзья! Вы это видели, я просто
Друзья, вы можете открыть комментарий и написать «Зомбак нуб», я вам разрешаю. Просто напишите «Зомбак полнейший нуб». Как можно было упасть вниз на самом последнем блоке? Я просто в шоке с себя. Это... Я не знаю, как, да когда? Я вообще нуб. Стоп, да я паркурит тут... Сейчас, все, последняя попытка это. Ребят, если не прохожу, я сдаюсь. Так, отлично. Опа, опа. Тут самый простейший паркур. Мне вот эти штуки, наверное, помешали. Опа, да, да, я допрыгал. Радуюсь, не знаю чему. Так, что у нас здесь? Все, обратный портал, друзья, сматываемся. Так, друзья, вот теперь точно... Все, да, всех персонажей мы сегодня посмотрели, я надеюсь, вам понравились эти круглые ямы, не забудьте поставить лайки и подписаться на мой канал, с вами был Зомбак, всем удачи, пока-пока! И снова привет, нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью, ха-ха-ха-ха!